отменил сам Да, а долбоёб. ты там даже пишешь согласен. А что ты там напишешь? Кстати, да. Отменить пишешь, поудалить, да? Типа надо быть ебанатом полным, чтобы случайно это сделать. Да ты сказал. Это серьезно ради конуса? Или не показалось? Это как из серии. Да, я про Sony что-то думал, что я инженерку отменяю, наложение отменил нахуй. Так он сидит еще мне, говорит, знаешь, что я сделал? Я говорю, профу отменил. Сидит, залупается, нахуй. Я говорю, ты наложишь? Он такой, ага. Пиздишь, быдло. А что ты хотел скипнуть? Я не знаю. Понял. Ну, я скипал на ложку. Ну, в принципе, у меня все основные эти, как его скажи, пухи, шмотки, кольца, самое главное, зачарены, так что. Так если ты инчант отменяешь и кольца зачарены, чарки же не работают. Нет, они остаются. Работают чарки. Если он поменяет их, снимет, оденет, то уже не сможет, то есть одеть. Надеюсь. Не, вроде просто они будут в красном гореть. Они красными должны гореть, типа, да? Надел цепь на цепь на цепь. Надел цепь на цепь на цепь. А как правильно, одел или надел? Ой, а я что, танчу сегодня? Надевают одежду, одевают надежду, блядь. Вот это правильно, только лучше раздеть. Сижу, вот Юву качаю. Ну чё, как? Так а на ложку ты будешь качать или все? Нахер? А навил? Подумаю. Да не качай, Костя, забей. Я бы забил, наверное. Если бы я бы, ну, потерял забивай, столько чар. Глеб сидит, сука, руки потирает. Не, так я не в этом в плане, что типа... А с этим драконом шкура снимается вообще? Нет, это где шкура. Где там шкура? Где там шкура? Интересно, где тут шкура? Не можешь никто максимум эти... Ну, когти, блядь, снять. И все. Реально реализм. Похуизм. Абстрактная абстракция. Так, где я трапит этот? Шаманов дохуя, а темов нихуя. Да хуй вам, понял? Пидор. Значит, такое наложение дали. ГП за то, что, бля, тотемы не ставят. Захан еще получается. Захан еще ГП будет на шамане получать, да? Получается. Чё, он не связан, что ли? Не, они связаны вроде у него. Связаны, блядь, еще как нахуй связаны, блядь. Он там вчера этот пояс взял, а потом смотрит такой, оп, а приора-то и нет теперь. Так кто убежал? Ну а что он хотел? Бисовый пояс пиздил, блядь. Еще что приор был? Ну. Залман, еще скажешь, как там с ТБЛом? Да он тебе не выпадет, дружище, не тотемы переживай, уберите, блядь. Дружище, тотемы уберите. Я Гера заберу, не переживай. Забирай с обычки. А, ну все, да, базарились тогда, нахуй. Так ему никто не отдаст ТБЛ. В смысле, никто не отдаст по приору? А, ну по приору, то да. Так-то никто не отдаст, но по консулу, ох, наверное. Качок. А ты где по приору? Я? В говне! Где по приору говоришь? Да. 104 ретрики давно дамажат больше, чем Т5 после этого нерфа, это точно. То что в Т5 дамажат больше? Ну ретрики, я говорю, 4Т4 дамажат больше, чем Т5. Угорь, ты готов? Да не. Угорь. Рыба в булочке. Пошли, запускай. Ну, в крайнем случае, может быть, наравне. Ну, плюс-минус, может быть, и да. Это, Синдра Лич, попрошу ограничить словесные высказывания, либо пиздуйте в другой канал, кто не вреди и так далее. Хуяли. Хуяли. А тебе то есть можно? Ну он же шобема. Ему все можно. Я могу помолчать, типа, блять. Вы поймете, с ГП налутаете. Замену придется брать. Беги, малышка, беги! Пошли угрозы. О, ясно, нахуй. Угу.
ГП. ГП. Два хила. Войду, блять, можно ГП, пожалуйста? Закройте рот. Че там будет у ХП нахуй? Один БР еще только, блять. А че, метки нормально ставить нельзя? После... После меток... Вот Фокс, резнешь хпала. Центральную разбили, прячьтесь. Хуёво дела, будет еще хуёвее, блять, да. Если вайп будет. Так что, блять... Да хули два кадра, да не нахуй. Бейте, не бейте, не бейте её. Если хапала. А шо там под фразой что-то интересное будет? Давайте, блядь, ну, убьем рейд. Я сейчас, ну, не... Рейд не надо убивать. Рейд? Тут люди босса бьют еще, я вроде говорил. Разве босс так вот? Это милики, больше 4 стаков не копим, рарник. Стоп, не дамаг. Остальные все тоже, святосы всякие. Ты хэпала резнул, и где он? Транквилла, ты где, блять? Не резнул, он пишет, что у него в КД. А, ясно нахуй, мы хилим в 3. Дамаг это, как он называется? Не стакайте много хуйни никакой, НСИ. Рарник, стоп мне. Рарник, блядь, стоп мне. 3 хила всего лишь. Проебут рейд сейчас они. Призон. Ну, 5 минут до берсы 7. Куда вы вдвоем череп с треугольником? Да чё ты говоришь, миликом там сколько хилов? 3 хила, блять. Ага. Ну тогда да. Лингрен, Рарник, Призен, Заломаныч. Если еще будете через хил играть, через флешки и цепухи. И Рианти тоже. Сготовьтесь. Если постараетесь. Бетон захилит. Можно и не упасть. Будет освобожденка на нем, можем упасть. Че, босса нельзя поставить? Вы вообще танка заморозили. Давай, выравниваем. Бьете потом по карасю расскажу. Хуль будем рассказывать. Понерфили 20% хп, блядь. Ну, короче, я сегодня считал. Даже если в 6 хилов у нас... И средний дамаг 20к брать. Так, фаза началась. Первую раза. Метку в звезду и сразу разбить. Стопните полностью, милики, дамаг. РДД тоже стопните. Звезду первую поставили. Катал. Череп. Катал. Череп. Звезду. Быстрее беги, звезду. Спрячься за него. Хотел. Спрячься за него. Следующую звезду встаньте в кружке, стойте. Не бейте ничего лучше, босс добьется и так. И еврей. Захилить на фул хп его. Глыбы что-то... Да. Нахуй надо, ни глыбы на руках нету, блять. Ни ассистов никаких в рейде нету. Эх, блять, пизду нахуй. Так у него еще прожим от фросторона есть. Ну нихуя не знаю. Пуля в мозгу нахуй. Хильте вот этот черепок. Щитманы был. Не разбивайте. Не подходим. Отойдите назад, не разбивайте. Все, все разбивайте. Следующую звезду тоже. Катала, звезду, 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 звезду. Боже, какой тяжелый на подъем человек. Все, тихо, не ругайтесь. Он первый раз тут нахуй. Он зато знает, как скипать. Они там по другой тактике бьют все на сервере. Скипают. На этом, блядь. Ссылка скипает просто. На балконе нахуй. Череп, захиль, себя хиль, себя хиль. Два хила всего лишь. Стелси и бидон. Цепухи кастуйте нон-стопом. У них вон освобожденка, сейчас они по себе хлопнут еще. Все стопните дамаг, крианте гимна хп, заломаныч, призен, лингрен, рарник, авилания, хилим, кастуем флешки. Кастуем флешки, дай этот. Так, тучка есть, нормально. Все, кого назвал, хилим, вы сейчас хилы. Я и так хилю. Иначе вон танка поднимите.
Следующий опять здесь дон. Я ему руки отдал. Заман, хил. Я тоже. Призен, хил. Слышите, у хилов освобожденка. Ну да, у всех освобожденка. Притяжка. Все, захиливаем. Рянти, хиль. Вспышкой. Разбивайте. Рарник, хиль. Мана кончилась. Рянти, гимна ману. Да, мана кончилась, конечно, хилить. Никитос, прошло. Звезду ставь. Ну все. Угу. Спасибо. Разбивайте, подбивайте потихоньку только. Не стакайте обморжение на себе. Ебать. Следующий опять звезду. Играем с Ивова, блядь, до берсы еще 3 минуты. Захилить череп. Череп захилить. Ну захилите, быстрее, дайте. Ну чё-то. Освобожденка, блядь, не ори нахуй. Там кроме тебя, блядь, вон ретрики есть, нахуй. На них она не кидается. Вингрен хит себя. Нет, у ретриков мана-то не вечно. Клятву нажимайте, правосудие нажимайте и резайте глыбу и босса. Захильте меня, пожалуйста. Захильте его быстрее, возложение, дайте по нему. Тут шамана главное, чтобы хилы не сдохли. Себя захиливайте, слышите, бидон, захиливайся. Две метки разбивайте эти. Сейчас немножко, еще одна захилю. Притяжка и добьют. Бизнес, вставалку, юзы и хиль. БП хант, звезду, будет хан, притяжка. На фул хп его захильте быстрее. Зубы там, а, но нету у нас. Все, стоим. Все, притяжку от этого. Бейте глыбу. Че, Геру? Ой, давайте Геру еще одну поставим. Вставь звезду, отойдите милики, еще одну звезду. Скиньте за ней стаки. После нее уже будете добивать. Отдала. Быстро разбивай. Стойте стаки! О, найс. Блять. Все, 2 ляма добивайте. И также хильте. Ну, сейчас, короче, рейд просядет. Да тут уже влиться и добить. Ну, а там лям. А, камни нажмите. Лестните, да? Лестните, плиз. Прокнуло, нет? О, есть. Да, забирать. Можно брать. Хорошо, что, блядь, вспомнили, Мас сука. Лес. Да, там жали еще, у нее 10 лямов было, уже нажимали. Ну, хуй там, они ТБЛ, блядь. Там, говорят, один нажимает, и все, и квест делается для всех. А, да. Опять клык не упал, ну, ёб твою мать. Где мой клык? Витя, слышишь, за камушки спасибо, я теперь понимаю, что ты рады был от них сбагриться. Понял, да? Да, это пиздец. Я сам охуел, когда мне это Ваня прислал. Что за камушки? На прокачку Ювы, нахуй, забили мне сумку, пиздец. А чё я прислал, что? А чё, хочешь я тоже скинуть? На двух персов. Так ты на аукционе продавай их. А это когда БКшные камни прокачиваешь, вот эти временные, понял? 300. Ну. Там засрали. Да ёбану. Керсори, умри. Умри. А все, бой повис. Чё, вам 16 маник. Хильте его. Нормально. Все, каз сбили, убейте ее просто. Да хуя. Бля, вот если бы оно было не с духом. Очень много. 700 хосты. Пиздец, фут я ей был, конечно. Сколько душ собрал, Войт? 1 000 000. Ну говори, блядь, заебал. Там штук 200 за целка собирается, наверное. Не ну, больше. Около 200 там. Ну, да. 150-180. Все. Вальку убьете? Нет. Враги еще домой пройди. Умирайте. В смысле, сколько у вас там людей? Бейте, блядь. 5. А где крест дать? 3. Он дракон. Драконьям по гости сдавать квест. Нахуй ты Вальку сагрил, блядь. Он на ФК стоял, он, блядь, да, раньше агро не знает. Че, бич, что ли, блядь? Нахуй ее агрить? Я бич. Блядь, сколько радости, нахуй, блядь. В этих словах, да? Я верю, бич, нахуй. А че, мы 10 хм сегодня пойдем допроносить? А подожди, после РТ. Мы остановились. Ну, по серте, да. Вы убили там, нет, или что? Умерли. Ну, нахуй, блядь. Я вообще в ахуе, блядь. Лохи. Что вы делаете там, нахуй? Валя, сейчас зайди. Вы можете сдохнуть или смотри. Что-то сделать такое, чтобы, блядь, не было боя, нахуй? Нету боя, все. Угу. Так, а хули нету, вон, блядь, пала бьет, нахуй. Ничего могу еще. Сука. Надо, блядь, страждущая душа ебаная. Ясно, нахуй. Вы не бейте ее, она исчезнет. Сука, после сурка будем везде всегда Валяк теперь бить, нахуй.
Я ебал нахуй эту хуйню, блядь. Они убиваются, блядь, 2 секунды, нахуй. Если фулл рейдом бить, то да. А если, блядь... Сука. Сука. Давайте быстрее, надо в ТТГ гнать, шматки лутать. Кто там по мосту бежит, нахуй? Начать. Ты что, сука? Козел. Что, сука? Не бегайте по мосту, там Валька летает. Быдло. Быдло летает. Да. Бля, кто лича поднял? Сейчас я его подниму, смотрю. Писюн бы свой поднять. Поднял, смотрю его. Понятно. Приветствую. Драконьим по гости. Рыба. Жрём. Может, на всякий седжи взять для напулу хорошего? Так, слышишь, что, Транквилла, вы там выхилите это говно нахуй? Надеюсь. ДЦшник, тактику Нулича знаешь? И остальные, кто не знает, нахуй, сразу лучше скажите, блядь, чтобы я знал, блядь. Сейчас с обрыва спрыгните, нахуй. Ты не знаешь, нахуй? Ты угораешь? Короче, смотри, нахуй. Просто щитки нажимай на всех, по КД. Не смотри на его. Когда скажу, выбегаешь с центра, нахуй. Когда будут люди разбегаться на лужу. У тебя будет 1% и осквернение нахуй? Не, как-то жесткое осквернение нахуй. Сразу мрет еще. Оскверненный хуй. Оу. А кто здесь палит? Ты. Окей. Да, пожалуйста, обращайся. Каталог, ты тут? А какой он каталог? Видите, это... Ну, Рогов. Я думаю, через пару дней опять понерфит. Нет. Ну, так-то да. Не надо. Пускай так оставит. Это прием. ДПС как в Т5. Ну, писал что-то, что уйдет или что, я не могу понять. Тут каталог отсутствует, блядь, пиздец. Ну, что, видимо, не вышло. У нас нет такого в рейде. Ну, вон он череп поставил. Каталог. Вон поменяй на седжи. Надо седжи брать. Но. Так он минут еще вылетать будет, нахуй. Ну так ну, раньше кикнешь, раньше вылетит. Короче, нахуй. Тихо, блядь. Этому бичу нужна проходка, нахуй. Запомните, блядь. ВРС, нахуй. Гер, блядь. Запомните, тварь. Причем у него приора нету, я нахуй. Сейчас его кикнуть, проходку он не сделает, нахуй. Но я его ВРС-ку все равно не буду брать, короче. А, Катала, нахуй. Хули он здесь, врач. Он зашел на месте. ВРС, гер, разве не целка 25, гер? Нет. Только 25. Про обычку. Ага. Ты пиздец, блядь. Бойт просто сказал Резгер. Так, гомосек. На шаркарях. Ты знаешь, да? Да, ловлю духов на шаркарях. Обычно, рутина. Да, засчитался. Опять работа. Не, я про лича. Тебе надо убить его просто и все. А, ну, нормально. Это Агрони, слить из пула. Мосфир, нахуй, это самое, блядь. Мэтт Фокс, можно лапку? Нет. Пожалуйста. Спасибо. Квинстик Луна, там же, блядь, семерки вешаются. Луна не вешается? Ваня, ты где столько этого говна насобирала? Чё? Я говорю, ты где столько этого говна насобирала? А, с распыла. Он там конфеты нахуй искал. Да так, там конфеты, да, есть некоторые. А чё там с варом? Мобы умерли. Удивительно, блядь. С такими лужами, нахуй. После заражения чума будет, готовимся выносить. Трупяшник, молодец. Молодец. Видишь, а ты пиздел. Чем писать? Другой. Походишь, у меня 30 тысяч ДПС, помогите. Или про что? Это за кого, за БМ? Это нет, это что, да? Так, гомосек сам сядет, по-моему. Это БМ, сейчас чекни. 1260. Так, чума будет, 2 секунды, готовимся, скоро чума появится на выбор. Так, Светос выноси. Молодец. Светос.
Да, стою босса в лоб калачу. На край, Мосфир, на край, Мосфир, на край. Тихо, не мешайте, ебаный урод, блять. Вы не вреди там, пиздуйте другой канал. Дайте лича убить мне без вайпа. Этого, гневного духа бьем. Встань на рейндж. А чё, а стоим, кикнет кто-то? Сферы бить не забываем. СРДД сферки, ну там два ханта сферки. Сферки, сферки, повернулись. Сфера, сфера. Сука. О, ёбаные АБМы, блять. Сферы добивали, что вот где шкаф стоит, это самое ближнее, блять. Экзорцизм, хуярки выполнение. Натуре, да. Теперь РДД. Да нет, кого хуй? Далеко. Бля, экзорцизм по 40к нахуй. Писец, блин. Чтоб ваши дети в ВОВ играли всю жизнь, нахуй. Чё, блять, дурак, что ли? Ты что, ебанулся в натуре, блять? Работать кто будет? Чё, первый раз эту фразу держать меня твой, да? Ну, типа, да. Я понял. Прикол в том, что кон из холода достает отсюда, если дома уже встречает. Агрони срите, агрони срите. Ну тебя, видимо, рейндж подняли. Сферу. Сферу, сферу, сферу. Так, фул дамаг по боссу. Дайте Геру на эту фазу. Давайте сейчас Геру. Серьезно? Да, да, плохо. Ой, фуловые дали, валик разъебали. О, схватили, ну-ка разбивать. Смотри, просто сила ретрика нахуй. Я еще валики буду. Все, право-лево вышли. Больше право-лево вышли с центра, вышли. Но с круга. Мосфир, тихо, бля, не мешайте, сука, ну попросил же, блядь. Осквернение вышли. Все, ключу обратно, фул ДПС по нему. Сейчас, короче, будет и эта лужа одновременно, и вальки три одновременно. Ваши действия, значит, РДД, Мосфир в том числе, уже на рейндж встаем на кольцо вот это железное. Милики по команде с центра уйдете. Готовимся, значит. Так, милики, 2 секунды, раз, два, вышли с центра. Сначала смотрим на ком черепок, отходим от него, потом идем бить валик. Хорошо. Смотрим на ком черепок. Черепок, отошли, все, валик, пошли бить, весь рейд, быстро на валик. Быстро, быстро, быстро. Стан им, стан. Стан. Вон бить не надо, алё. Разъебываем. Треугольник. Ромбик не надо. Треугольник, там лок. Треугольник. Все, лича обратно. Теперь лича с центра выводи, будет сначала осквернение. Сначала будет осквернение. На танка тоже может кинуться, смотрите. Осквернение, милики вышли. 2 секунды осквернения. Я лагаю 2 кадра. Там 40% все. А, на край, на край. Все баблы нажимаем. Баблы, 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 быстро на край бежим. Гимн на ХП. Нахуй. Сейчас ресненько. Ну, на край, тихо, тихо, на край, не мешайте, ну ебаный в рот. Так, значит, Заломаныч вставалку заюзает. Ну не срывайте духов. Подождите, пусть наберет. Плюс они, вставалка есть. У вас ваша умерла. Есть у меня вставалка, есть у меня вставалка. Тихо, мы все рестим нахуй. Значит, после фазы встану. После фазы, после, когда человека в комнату заберет. Не срывайте сферы духов. Сферы бейте больше, больше сферы. Не трогайте духа, там пал нахуй. Он на гроне набирает нихуя вообще. У него, блядь, стопните все дамаг нахуй. На автоатаке добьем. Мэтт Фокс, будешь резать Эвилашу. Не... А, она вылетела, она вылетела. Хорошо, гомосек соло танчишь. Духа забери, блядь. Второго заберите. Отошли из-под ебала духов. На пулу дайте ему. Пасифея, притворись. Смотри, и не сорви. Диспел его сразу, диспел пало. Сферы. Разбейте сферы. Еще одну. Духов. Лича тоже забирай. Я встал. Лича стаунти. А может что-то на ману, мужики? Ханта, ханта, хилим. Ну я флешку дал, там успел. Духов доигрываем. Агро только не сраем. А че, он одного духа вызвал, что ли? Духа стаунти. А можно по-братски гимн на ману? Под ебалом духа не бегайте. Духа доигрываем. Осквернения, разбежались. Так, Мэтт Фокс, значит, бидон вставалку юзай. Стой ты, стой! Жнец, жнец, прохильте, жнец. Хил-хил. Не еврей, заюзай какую-то хуйню, блять. Смотрите, да стой, ты можешь аккуратно. Нахуй поставить его? Нахуй ты его водишь сейчас? Встань, стой, сука, на месте. Что ты делаешь? Делает.
Все, блядь, ты понимаешь, что мы не можем догнать его? Вот сейчас после этого веди, вот сейчас. Вот сейчас веди, да, бежим. Сейчас осквернение будет. Он не знает, как водить, он просто бежит заранее. Все, тихо, блядь. Вы сильно не за агрос следите. Не флудите. За лича встаньте, спрячьте, сейчас летят духи. Поворачивайся спиной к духам. Я баблом заберу дух. Да, баблом забирай. Поворачивайся спиной, если какие духи полетят, словишь пару духов. Развернись в центр. Ты в центр. Прыгай, прыгай, Лингрен, прыгай. Я понял нас. Захиливаем Кирсори. Кирсори захиливаем. Все нормально. Сквернение 5 секунд. Стой ты там. Вставал, кьюзайте все, у кого есть. Он духов даст сначала. Так, кого бы резнуть? Побежали. Следующий баблом принимайте духов. Я... А, нет, у меня КД. У кого есть бабл? На Вилане есть? Есть бабл, да. Да, сейчас ты принимай тогда. Окей. Этот самый Мэтфокс... Я хуй знает, блять. Хилы вроде... Да бидона! Бидона поднимай. Не пей мозга. Бидона поднимай. Он тотем поставит и ману еще хилам поднимет. Развернись. Короче, бидона резнешь. Бидона резнешь. Ты должен его спиной к нам держать, а сам в центре. Рейд разбежались. Че, скринение, секунду, разошлись. После духов сейчас. А, рановато, рановато, да. Это на следующем надо разбираться. Убегаем. На холипале скринение. Бидон, вставай и отбегай оттуда, за лечом иди прячься, потом поставишь тотемы. Все, поворачивайся спиной. Все, разворачивайся, ты выбегай вперед к центру, уйдите, а спиной на обрыв встань. Гомосек, ты глухой нахуй, ты спиной встань к духу. Ты что, дурак, блядь? Берите все, кроме славы, пожалуйста, ебальники. Захилите. Да, Анатолий, я нихуя не понимаю, флудят, что тут хуйню. Так ты, блядь, смотри хотя бы, что происходит, блядь. Разбежался, блядь. Осквернение. Тишину поймали. Натуре. Ну то сейчас замотаю всех нахуй. Так. У меня бабл еще КД. 50 секунд. 1%, расслабься. А, все, давайте. Я обожжу. Да ты, блядь. А чё, вы пиздец, вы закройте ебало все, пускай тут один базарит, блядь, вы вообще пиздец, нахуй. Ну мы три раза пробежали, стараемся объяснить ему все, блядь, милики. Он, блядь, всё равно так же стоит. Он всё равно, мы три раза пробежали, он третий раз крикнули про славу. У него нихуя опыта нету просто, он во флуде в этом теряется, он сам нихуя не понимает. Гомозек, когда ты танчишь один... Тебе нужно после. Вот только пускай этот долбоёб объясняет, блядь. Да, блядь, дай повернуть. Повернуть, еще блядь, еще его раз, рейдом рожей к духам и стать к ним спиной. Все. Ага, и ты все. Будешь ловить и духов, и танчить босса. Когда босс кастует духов, ты не бежишь сразу вперед за километр, у тебя депсеры ДПС теряют. Ты спокойненько идешь, ведешь лича, чтобы они успевали его бить. Ты не должен, когда он каст нажал, бежать в другой конец арены. Он двигается быстрее, чем ДДшники. Он из-за этого бежит, они ДПС теряют. Ты ждешь, пока он докастит, и ведешь его потихонечку. Я довел. Повернул, ты довел его на другой край. Ты довел его на другой край. Вот ты довел. И на 180 градусов его обходишь, становишься спиной к духам, вот тому месту, где он был. А весь рейд становится с другой стороны. Получается, что духи летят в офтанка и в тебя, если есть офтанк. Здесь они бы летели только в тебя. Флот убили, замена, плюсуем. А можно все, больше никого на замене? А можно без плюса, чтобы спать и пока не выходить? Честно. Дайте теренасочку, ёбаный бастон, нахуй. Ладно, хочешь на кем. Две глоры, блядь. Кого спасибо. Нахуй? Понимаю. Правую, левую. Тебе сундук. А, это мне? Это мне! Да, это лично твой. Это мне! О, запечатанный сундук, ну. Вот сундук я тебе говорю, открывай, открывай. Чё, по-моему, так должен открывать. Или а, он с квестом. Я вообще в ахуе, сколько флуда, я ебал нахуй. Ну, типа, попиздите, я хуй знает. Вы сами понимаете, что флуда дохуя, или это надо... Сейчас уже похуй живой. Во время рейда, да, сейчас-то чё. Во время лута тоже похуй. Ну. Выпало две глоры, надо кому-то их раскинуть. Вот, нажимают люди. Ну да, конечно, блядь. Ну, все заверку поберу, там еще руки. На распыл нахуй заберу. Так и зовут Вов Лов, Лингрен,
я на успех беру на... Кирсори, Джедин, Гомосек, Урге. Вот кому с вас нужнее всего глора? Мне не сильно нужна. Мне похуй еще. Так, на будущего танка. Кирсори, наверное, надо с Геры. Давайте. Ну вообще с Геры, да, там кап ну, вообще вот. Идеально добивается. Кинь на ролл. Не, если кому-то стату подбить, берите, я на трансмог просто. Кто еще носить будет? Я бы Фурика сделал. Вот, я когда-то в будущем носить буду. То есть у меня только два куска у танка, там пару шмоток, еще совсем не собран. Но все, он раздал. Водиком и двое. Иди, слышишь, у тебя квест внизу, тебе надо в ЦЛК зайти, короче, заново, понял? Да, я сейчас только сделал. Опа, сюда. Там как раз эти... И квесты там. Львами, блядь, и... Самое главное, медальон Джайны. Ну, это, конечно, ты можешь все изучить, а это все дорого стоит. Но в целом... Ты в пизду это продавать. Зачем? Ну да. Ты что, ебанутый? Что, ТТГ? Да. О, по воде Багрова. Сюда. В этом же рейде летим. Подожди, плюс 30 ЕП, 10% войтла. Че?